Всем привет, меня зовут Александр Рогов, я телеведущий, стилист и дизайнер. Моя модная философия – это базовый гардероб-конструктор. Я верю и всегда говорю, для того, чтобы выглядеть на все 100, не нужно много одежды. Самое главное, чтобы у вас был набор простых базовых вещей, которые вам идут, ну и, конечно же, сочетаются друг с другом. Я очень рад, что эту концепцию мне удалось воплотить в капсульной коллекции базовой одежды и аксессуаров, которую я выпускаю совместно с Faberlic. Она появится в каталоге бренда в октябре. Теперь каждая девушка может стать обладательницей дизайнерской вещи по доступной цене. Кроме того, в каталоге вы найдете мою книгу «Гид по стилю», для которой компания Faberlic разработала мобильное приложение. Оно подскажет, с чем все эти вещи можно сочетать. Но согласитесь, настоящая палочка-выручалочка. Я уверен, в этой коллекции даже очень требовательная модница найдет все, что ей нужно. Причем не только базовые вещи, но и супермодные, суперактуальные. Давайте расскажу вам обо всем поподробнее. Во-первых, в этой коллекции есть моя любимая тельняшка, которой я готов бесконечно петь дифирамбы. Это идеальная базовая вещь, которую можно сочетать с чем угодно. С джинсами и кедами она составит отличный, нескучный базовый комплект на каждый день. Наденьте ее с укороченными брюками, лодочками на каблуке и моментально превратитесь в парижанку. Вуаля! А вот с пышной юбкой в стиле 50-х, смотрите, тельняшка выступит отличным нейтрализатором. Самое главное, помните про правила соразмерности. Если вы девушка корпулентная, то выбирайте тельняшку с полосками средней ширины. Слишком тонкие визуально добавят вам килограммов, потому что будет казаться, что тельняшка на вас просто растянулась. Ну и к тому же, тельняшка – это идеальный фон для игры с аксессуарами. На нее можно прикрепить один или несколько значков. Видите, какие классные? Здесь даже мой кот есть. Сейчас открою секрет. Я в своей работе для обозначения таких вещей использую слово «пододевалка». И вот этот топ в бельевом стиле – просто идеальная пододевалка. Я знаю, что девушки, отправляясь по магазинам, очень часто совершают ошибку. Вы просто увлекаетесь вещами яркими, акцентными, а потом приходите домой, и оказывается, что вам просто не с чем их носить. А вот с этим топом на самом деле можно носить все. Он скроен по косой, поэтому отлично сядет на любую фигуру и будет классно смотреться и с простыми джинсами, и с ярким бомбером. Я считаю, что футболок много не бывает. В этой коллекции они представлены в нескольких цветах: серая, белая, красная, и на каждой мой портрет. На что похож? Во-первых, принты, крупные логотипы сейчас актуальны как никогда. А во-вторых, мне просто захотелось вот таким способом передать привет всем моим поклонницам. Привет! Между прочим, такая футболка может быть не только вещью на каждый день. Вот только посмотрите, как классно она будет смотреться с нарядной юбкой с воланом и туфлями на высоком каблуке. Еще одна незаменимая вещь – это вот такое блестящее боди. Вы, может быть, сейчас думаете, ну и куда его носить? Да куда угодно, оно любую сдержанную вещь превратит в яркий и небанальный наряд. Да хоть юбку-карандаш, хоть черные брюки, хоть джинсы, вариантов миллион. К тому же вы наверняка оцените его удобство. Боди красиво облегает фигуру и при этом не будет вылезать из-за пояса. Я считаю, если при составлении базового гардероба и надо на что-то потратиться, то это хороший свитер из кашемира. И в моей коллекции для Faberlic есть и свитер с высоким горлом, и кашемировый кардиган. Обратите внимание, здесь вышита буква R, первая буква моей фамилии, это тоже своеобразный приветик. Свитер может отлично нейтрализовать какой-то яркий низ со сложным характером, ну, например, эксцентричную юбку. А вот кардиган поможет вытянуть силуэт тем, кому это требуется. Просто наденьте его нараспашку. Тогда он создаст продольную полосу, которая сделает вас визуально стройнее и выше. Все очень просто. Я обожаю блузы с бантом. Они, кстати, постоянно возвращаются в моду и, на мой взгляд, уже стали частью базового гардероба. Поэтому в моей коллекции они представлены в нескольких цветах. Смотрите, и красная, и из денима. И вот такая нарядная золотая. Обо всем по порядку. Блуза с бантом может быть и романтичной, и рок-н-ролльной. Все на самом деле зависит от того, с чем вы ее сочетаете. Итак, нарядную золотую блузу я бы рекомендовал, например, уравновесить юбкой из джинсы. Смотрите, как будет красиво и ненавязчиво. Красная блузка будет отлично смотреться со строгой юбкой-карандашом. Добавьте перца офисным будням или с джинсами наденьте.
Ну а блузу из денима можно будет носить и с базовыми, и с нарядными вещами. Например, вот с такой юбкой из парчи в стиле 50-х. Это отличный вариант для обладательниц пышных форм. Блузку мы непременно заправляем внутрь, чтобы обозначить талию и сделать ноги визуально длиннее. А вот пышная юбка создаст эффект мнимого объема. И какого размера бедра под ней уже будет совершенно неважно. Конечно, без платья невозможно представить себе базовый гардероб. И в моей коллекции для Faberlic платьев несколько. Во-первых, это вот такое расслабленное платье-футболка с люрексом в стиле 90-х. Очень минималистичное и нарядное одновременно. Оно будет классно смотреться и с обувью на плоском ходу, и с каблуками. Во-вторых, это платье-футляры, выполненные в трех разных цветах. Обратите внимание на вот это яркое платье с губами. Оно сделано из плотного жаккарда, который не пролегает, а наоборот собирает фигуру, подчеркивает ее достоинство и формирует идеальный силуэт. Кроме того, смотрите, у каждого платья есть баска, но необычная. Все дело в том, что я лично баски очень люблю, и поэтому в моей коллекции баска есть и на платье, и на юбке, и даже на брюках. Это очень женственный элемент, который на самом деле может скорректировать фигуру. Смотрите, слишком узким бедрам он добавит объема, и наоборот, скроет лишние объемы, если вам ваши объемы не нравятся. Кроме того, смотрите, каждая из этих вещей – это настоящая вещь-конструктор. Баска полностью отстегивается, платье становится более простым, а можно вот так расстегнуть молнию не до конца, и вы создадите эффект небрежности. Мне такой эффект очень нравится. А подробнее, кстати, о моих любимых стилистических приемах читайте в моей книге «Гид по стилю». В моей коллекции есть две драгоценные юбки. Это юбка-карандаш, расшитая пайетками, и вот такая плиссированная юбка с металлическим эффектом. Красота невероятная. Только, пожалуйста, не думайте, что это юбки исключительно для званого вечера. Смотрите, пожалуйста, на вещи шире. Они будут великолепно сочетаться, вот, например, с таким свитером оверсайз и с фактурной пряжей, с буквой R на груди. В таком комплекте можно запросто отправиться, да хоть на свидание, почему бы нет. Хочу сказать, что пайеток бояться не надо. В последние годы они прописались в гардеробах модниц и уходить уж точно никуда не собираются. Ну а сбалансировать их блеск и роскошь помогут простые базовые вещи. Вот, например, наденьте этот топ с джинсами, или юбка из денима в стиле 50-х, или со сдержанными брюками в тон блузы. Сейчас об абсолютном must-have. Это укороченные брюки с защипами на талии. Вот смотрите, они будут одинаково круто смотреться и с лоферами, и свитером, и с туфлями на каблуке. Обратите внимание, девушки, вот эти защипы в районе бедер сделаны для того, чтобы создавать здесь дополнительный объем. Они ни в коем случае не должны расходиться, когда вы брюки надели. Если брюки с защипами сидят на вас здесь в обтяжку, и вот эти защипы разошлись, они вам просто малы. А вот брюки подходящего размера скроют все, что вам хочется скрыть, и представят силуэт в самом выгодном свете. Я вам гарантирую. Кстати, заметьте, вся коллекция выполнена в спокойных базовых цветах, которые отлично сочетаются между собой. Это очень важно. Плюс присутствует пара золотых вещей с металлизированным эффектом или с люрексом. Ну и, конечно же, мы выбрали совершенно разные текстуры. Это пайетки, парча, трикотаж. А основа – это синий, белый, серый, красный, черный и хаки. Между прочим, хаки – это классический цвет для парки, а внутри вас ждет сюрприз. Вот такая подкладка из пудрово-розового искусственного меха. Я всегда говорю, дьявол кроется в деталях. Между прочим, сейчас настоящие модницы парки носят не просто с джинсами. Такая парка может заменить вам и плащ, и пальто. Вы можете запросто надеть ее с летящим платьем, с нарядной юбкой. А на ногах могут быть и белые кеды, и грубые ботинки, и лодочки, если погода позволяет. Получится моя любимая эклектика. Сочетание несочетаемого. Смотрится остро и свежо. Кроме эклектики, я как стилист обожаю стиль спортшик, поэтому в коллекции есть вот такие невероятные свитшоты. С одной стороны, смотрите, вроде бы абсолютно утилитарная спортивная вещь, а с другой, вот здесь такой яркий акцент, губы, расшитые пайетками. Вот наденьте, например, этот свитшот с вашей офисной юбкой-карандашом, добавьте лодочки на каблуке, и яркий образ для вечеринки готов. А вот с джинсами, кедами или ботинками на плоском ходу вот такой свитшот станет нескучной вещью на каждый день. Красиво, нарядно и удобно. И, кстати, ярко-красные губы, на мой взгляд, символизируют моду, поэтому они стали символом этой коллекции. Смотрите, губы есть и на платье,
на бомбере и вот на такой юбке клёш в стиле 50-х. Я хочу, чтобы с этой коллекции начались ваши новые отношения с модой. С базовыми вещами из коллаборации Александр Рогов для Faberlic вы навсегда забудете проблему. Полный шкаф одежды, а носить нечего. Я хочу, чтобы все девушки нашей страны имели возможность хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать каждый день. А мода из головной боли превратилась в увлекательную игру. Я в вас верю, у вас все получится, ничего не бойтесь.